Ольга Белоногова живет за городом. Однажды прогуливаясь, она обнаружила выброшенных кем-то 20 щенков. Свалившаяся на ее голову собачья орава не напугала Ольгу. Она взяла щенков к себе и принялась их активно пристраивать. Занимаясь этим процессом, она осознала масштабы проблемы брошенных и потерянных животных. С тех пор Ольга целенаправленно занялась помощью братьям нашим меньшим, помогает приютам, берущим собак на передержку, и активно участвует в акциях по сбору денег и вещей для подобных организаций. Ольга, вот смотрю на вас и думаю, что маленько даже где-то завидую братьям нашим меньшим, что я не они, потому что, ну вот, красота. Спасибо вам за то, что вы делаете, и пусть в наступающем новом году ваш персональный Дед Мороз подарит вам мешок радости. Ну, а вашим четвероногим друзьям много мешков собачьего корма. Оля, вы потрясающая, вы большая молодец. Нашему телеканалу очень близка ваша позиция, и мне в частности, потому что я точно такой же собачий спасатель, как и вы. Оля, что бы вы, если бы сейчас вот встретили Деда Мороза в канун Нового года, что бы вы у него попросили? Какое ваше желание? Если говорить о глобальном желании, я бы, конечно, попросила, чтобы все мы стали чуть-чуть добрее и подумали о друг друге, о природе, о том, что мы тоже часть природы, и о том, что нам нужно заботиться обо всем нас окружающем. Вот это было бы мое очень большое желание. Аплодисменты Ольге, ну и ей наш небольшой подарок, ну и, конечно, главное, это диплом «Сибиряк года». Оля, с Новым годом! Счастья вам! И, естественно, чтобы все ваши подопечные нашли хороший дом, хорошие руки и были всегда сытые и довольные.